Добрый день, друзья! Ну а мы с вами продолжаем изучать острова вдохновения, Islands of Insight. И давайте продолжим решать головоломки. Тут нам говорят, не надо делать полоски из четырех черных. Но мы их не делаем. Раз. Следующее. Полоски из четырех черных делать не надо. Но при этом все черные должны быть соединены. Казалось бы, самый простой способ соединить их вот так, но так делать нельзя. Тогда мы поползли. Готово. Дальше. Полоски из четырех черных делать все еще нельзя, но при этом надо соединить все темные клетки. Здесь белая. Здесь белая. 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 Готово. Продолжаем. Условия остаются теми же. И как не хотелось бы, вот так вот соединить не выйдет. Значит, соединим так. Три черных есть. Значит, здесь белая. Раз, два. Белая. Белая. А вот здесь вот можно и подумать. Как ему соединить? Но здесь явно черная, черная, белая. Черная, 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 белая, белая, белая. Продолжаем делать полоски из черных. Их хоть мы напрямую соединить не можем. Хотелось бы, наверное, вот так вот пойти. Три. 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 А дальше надо изгибаться. А тут мы будем мешаться. Поэтому мы идем. Не так. Все. Полоски из трех собрали, а остальное закрашиваем белым. Готово. И снова то же самое правило. И возможно здесь стоит уже подумать. Куда идти? Сюда либо сюда? Логично, наверное, вот так вот идти. Смотри. В эту сторону идти мы не можем просто потому, что мы делаем раз, два, три. А дальше надо поворачивать. А поворачивать нам никак. Поэтому делаем раз, два, три. Вот так. Так. А дальше можем подумать, куда нам повернуть. Можем повернуть направо, а можем повернуть налево. Но вот здесь точно сюда-сюда идти нельзя. Потому что предел. Если мы повернем налево, то мы сделаем раз, два, три и окажемся в тупике. Налево поворачивать нельзя. Значит, поворачиваем направо. Стоп. Сюда нам идти не надо. Сюда уже нельзя. Остается идти сюда. Как бы не хотелось соединяться так, но у нас будет тогда 4 в ряд. Так делать... нельзя, но и сюда идти нельзя, поэтому идем вот таким образом, и вроде нигде ничего мы не нарушили. Отлично, и получаем новое вдохновение. Сочетание, которое почти проигрышное, да?
Так, с запретными сочетаниями постараюсь найти вот ближайшие, которые вот близки к нарушению, которые на одном тайле, вот, и запомнить его другим цветом. Например, если нельзя построить полосу из четырех черных в ряд, ищите из черных трех в ряд и закрасьте четвертый тайл белым. Вот, например, здесь. Тут три в ряд есть. Поэтому здесь белый и здесь белый. Соответственно, и здесь тоже черный быть не может, иначе будет 4 черный ряд. Здесь тоже 2 белых, и здесь тоже белый, иначе было бы 5 в ряд. Логично, 3 в ряд есть, все тут белый, и тут белый. Окей, все довольно логично. Получаем Mirabilis. Там бегает Cube Crazy 2. The Second. Ну, а мы пойдем. Так, пока нам надо помещаться в стеклянный храм. Еще один храм. Так, но сперва надо решить этот пазл. Поэтому говорят, все черные углы должны быть соединены. Все черные области. При этом белых клеток и черных не должно быть. Это можно сказать, что если вот это черное и вот это черное, то это плохо. Потому что мы соединить их как-то, не соединяя сюда, мы не сможем. Значит, это две белые. Значит, это две черные. А две или черные? Потому что вот так вот у нас все черные соединены. Мне кажется, мы это уже решали. Так, здесь у нас похоже на шарики. Давайте соберем. Есть. И где-то здесь. Да, вот у нас возможность прицелиться. И забрать колечки. Тоже есть. А что это у нас такое? А что это? А давайте сходим, посмотрим. Ты что такое? Смотрим, у нас надо собрать вот такой узор. Только что же красненьким горело, но... Так, мне главное понять, а на что влияет. Не, ну это не похоже. А почему он светится красненьким? О, вот так вот он более-менее похож, но серединка не та. Ну вот же, да? Вот так вот он очень похож на то, что надо, но на серединку еще как-то это докрутить.
Вот что это за Красной области этот? Вот-вот-вот, похоже, да? Вот. Вот почти вот такая вот штука. То и в какой момент реагирует. Так, давай так. Я двигаю мышку вверх, вниз. Двигаю вправо, влево. Окей. Красиво, конечно. Так, теперь надо. Теперь мы понимаем, от чего зависит. Надо попытаться. Так. Ну вот узор. Более-менее похож, да? То есть тоже вот голова, две шестеренки. От головы у нас отходят две. У нас вот эта вот штука, может, она должна быть поближе. Угу. Как бы нам то считать по вот этим? Конечно, очень красиво. Они очень похожи на то, что надо. Так, вправо. Угу. Теперь, если мы тебя попробуем расширить. Слишком сложно, да? Вот оно вроде то, да не так. Это может потребоваться некоторое время. Не знаю уж каким чудом, но как-то удалось собрать. Ох. Этот морфический фрактал было непросто решить. Так, мы видим, что там у нас наверху есть еще стрелы, которые надо пронзить. Для этого надо забраться наверх. Прыжок. Так, и наверху у нас еще сферы. Видим сферы. Ну, сперва давай с тобой разберемся. Вот так пронзаем. Пронзаем, но не задеваем тебя. Вот так. Вот так-то. Как раз пронзаем. Отлично. Так, там вот видно колечко. Еще у нас наверху должны быть сферы. Оп.
вопрос, их надо отсюда собирать? Или откуда-то снизу? С нижней точки. Откуда вот они ведут? Слишком много сфер вокруг. Очень уж не, что эти сферы, они где-то отсюда? Или даже он откуда-то оттуда? Или даже откуда-то вон оттуда. Вот у нас решено. Что за взгляд? А? Непривычно. Да. Необычно. Наверное, так оно и должно быть. Значит, эти шарики все же вот с того угла надо просматривать. Побежим туда. Так, тебя уже находили. Тебя. Сейчас-ка пострелим. Вот так. И оказалось, что я все кольца собирал уже. А вон то кольца не собрали. Ладно. И мы как-нибудь вот так соберем. Есть. Есть. Тоже есть. Все кольца пронзим. Так, а мужчины бежали зачем? Затем, что тут с другой стороны этой горы. Во. Кружочек. Есть. И мне кажется, далеко не последний кружочек у нас тут. Наверное, кажется. Потому что там вот те шары летают, но как-то не особо реагируют. То есть они собираются не здесь. Ладно? Ладно. Вот это что же кружочек? А? Кого вы хотите обмануть? Вот он, кружочек. Есть. И даже вот этот тоже кружочек. Тоже увидел. Есть. Надо было брать квест на поиск таких кружочков, но... Увы. А это что? Оп. Скрытая арка. Найдена. Раз, два, три. И не долетели. Сюда-то мы долетим. Сюда долетели.
А как вернуться обратно? Так, а тут мы не все решили. Не все капельки нашли и дополнительные магические сеточки не нашли. Так, а 25 матчбоксов, я не уверен, что я сейчас смогу найти и решить. Потому что это оказывается сложно. Надо поменять квест. Оп. Давайте поменяем квест. Матчбокс — это когда мы ищем две одинаковые штучки. В этой области как-то не особо-то и много. Прыжок. Не понял. Прыжок. Чё? Иди. Ой. Полетели. Поменяем квест. На что-нибудь более решаемое. Так. Вот там у нас главный квестодатель. Туда и летим. По дороге можем попробовать. Приземлиться куда-нибудь вот сюда. Так, и попробовать пролететь сквозь кольца. Значит, одно кольцо здесь, потом направо, направо и вот сюда. Ну, давайте попробуем. В смысле, я хоть искать не пролетел, но я же попробовал. А ну как? Что у вас тут капелек понабросано? Прям гигантское количество. Стоп, а может мы возьмем сперва квест? На сбор капелек. Или какой-нибудь вообще. Главное, чтобы не мочь бокса. Что нам предложат? Отменить. Да. 10 сферических пазлов. Сферические пазлы — это у нас что? Так, за 5 орбами проследовать. Окей, 30 пазлов решили. 5 скрытых пентат, 10 скрытых объектов. Можно найти. Ну и тебя будем искать скрытые объекты. Думаю, рано или поздно скрытые объекты мы найдем. А пока можем искать колоссальное количество. Сверх. Что у нас здесь? Здесь нам говорят: белые квадратики нельзя, черные квадратики тоже нельзя, шахматную досочку тоже нельзя, и вот эти вот две тоже не делай. Значит, здесь белая, здесь черная, потому что нельзя так делать. Но здесь белая, здесь черная. Ой. Но здесь тогда белая. И здесь белая. И... А здесь черная. И получается, что так делать нельзя. Нехорошо. Нехорошо получается. Так, давай еще раз. Значит, квадратик черный делать нельзя. Здесь квадратик белый делать нельзя, поэтому здесь черное. Так, с этим решили.
Но здесь черное быть не может. Белое быть не может черное. И тогда здесь белое быть не может. Здесь тоже черное. Здесь белое и белое. А здесь черное. И здесь черное. Так. Дальше. Четыре белых подряд делать нельзя. Четыре черных подряд делать нельзя. Поэтому квадратик из черных делать нельзя. А здесь должна быть черная. Тогда здесь две белые. Здесь черная быть не может. Значит, только белая. Четыре белых делать нельзя. Значит, здесь черная. Квадратик черных делать нельзя. Значит, здесь черная. И здесь белая быть не может. Здесь тоже черная. Но четыре черных нельзя. Поэтому здесь и здесь белая. Окей. Продолжаем. Вот здесь белая. Черная здесь быть не может. Здесь черная. Здесь белая. Так. Даже 4 черных нельзя. Поэтому здесь белая. Но и здесь тоже белая, потому что черная здесь быть не может. 4 белых быть не может. Значит, здесь черная. И здесь тоже черная. Но тогда вот здесь не может быть белая. И здесь черная. Так. А здесь не может быть белая. И здесь тоже черная. Готово. Дальше. Вот здесь вот немножко сложнее. Почему? Потому что здесь хочется с одной стороны поставить белую. А ну, можем поставить белую и сюда поставить черную. Можем? Ставим белую, сюда ставим черную, сюда ставим белую. Ну и сюда ставим белую. Тогда сюда ставим черную. Так. Ну сюда тоже ставим черную. И сюда ставим черную. Сюда ставим белую. И сюда белую. А сюда черную. А сюда белую. Готово. Осталось совсем чуть-чуть. На что стоит обратить внимание? Вот здесь вот. Черная здесь быть не может. Здесь может быть только белая. Тогда три белых в ряд, значит, рядышком должно быть только черное. Тогда здесь должна быть белая. И здесь тоже белая. И здесь черная. Тогда здесь тоже черная. Так. Дальше. Можно, по идее, три вот сюда в ряд соединить. Но спешить не будем. Если мы идеально завершаем пазл, нам за это дополнительно награждают. Значит, что нам... Да, значит, это явно должно быть черное, иначе 4 белых будет. Черное здесь. Белое здесь быть не может, иначе будет шахматная раскраска. Здесь тоже черное, но белое здесь. Здесь черное быть не может, иначе будут шахматы. Здесь белое. Теперь здесь черное. А здесь белая. Готово. Дальше про числа. Двойка. Она явно разделена здесь. И должна быть вот так.
Есть. Эта двойка отделена. Тю. То есть так. Кнопки перепутал. Тю. Еще раз. Так. Так. Есть. Это тройка. Ее надо отделить от тебя. От тебя. По идее, вот здесь вот тройка как раз подходит. Да? И эта тройка, в принципе, с этой четверкой тоже подходит. Вопрос, как их лучше соединять. Раз, два. Ну, эта тройка и четверка должны быть разделены. Тогда тройка единственным образом идет сюда. Все. Тройка есть. Тогда тройка и здесь тоже есть. Вот у нас четверка образовалась. Есть четверка. А здесь у нас вырисовывается еще одна четверка. Вопрос, каким образом? Четверка вот так вот, а мы не нарисуем. Поэтому здесь оно соединяется так. И так. Здесь лишнее. Вот у нас получается тройка. Ага. Вот так у нас получается четверка. Вот так у нас получается еще одна четверка. И готово. Так, мне кажется, это у нас еще один кружочек. Да. Вот здесь. Вжух. И еще одна головоломочка. Надо завершить схему. Вот они сперва идут. Черное-белое, черное-белое. Черное-белое, черное-белое. Затем две черные, две белые. Две черные, две белые. Ну а дальше, я полагаю, будет вот так. Есть. Хотя, ну чё. По-моему, в прошлый раз было намного меньше порхающих шариков. Или, может, мы в этом регионе не бегали. Так, 5 скрытых пентат мы решили. Осталось найти 10 скрытых объектов. У. Хорошо. Угу. Вот мы знаем вот эту вот штуку. И мы знаем, что она не должна соединяться вот с тобой. Так, совсем не должна. Так, тогда единственное, как она может быть соединена, она может быть соединена либо здесь, либо здесь. Так, у нас есть вот эта четверка, которая не должна соединяться ни с тобой, никак, ни с тобой никак. Но вот мы и решили, что вот она наша первая четверка. Вот у нас еще одна четверка. И еще одна четверка. Есть. Дальше. Эта четверка не должна соединяться с этой. Она будет здесь. Здесь она не должна соединяться с этой. Поэтому вот так вот идет. Здесь вот так. Вот так. Вот так. Готовенько. Так, нам надо искать скрытый объект. По-хорошему бы. Надеюсь, что мы до этого нашли не все. Но мы явно нашли не все. Тут 10 тысяч пазлов обещают всего в этой игре. Уж каких-то 10 скрытых объектов, я думаю, мы найти сможем. Как-нибудь. Так, мне кажется, где-то вот с этой стороны тоже должна быть какая-то сфера. Что это у нас?
Это решено? Это решено. Это только что решили? Ладно. Вот эта штука. Эта штука не решена. Что нам? Черные и белые квадратики нельзя, при этом все черные и белые клетки должны быть соединены. Значит, здесь белая. Потому что черные квадратики нельзя же делать. И белая должна куда-то идти. Она идет сюда. Так, дальше. Эта белая надо соединить как-то вот с этой белой. Вот с этой белой. Если мы соединяем ее вот так, то черную можем соединить вот так. И тогда белую можно повести каким-нибудь вот таким вот образом. Вот только. Я думаю, как-нибудь ее изогнуть. Я понимаю, что изгибать ее плохо. Но все же надо. Хотя не, изгибать не обязательно, можно просто сделать выступы. Так вот, белые зоны соединили все. Теперь здесь тоже белые, иначе будет черный квадратик. А вот черные надо соединить, видимо, здесь. Так. Теперь здесь белая, здесь черная. Готово. Так, нам надо искать скрытые предметы. Так, ту штуку мы вроде проходили. О, копья. Копья есть. Эту штуку уже находили. Мне кажется, пазлы тут периодически сбрасываются. Что в целом неплохо. Так, мы можем долететь до сюда. Так, нам надо решить 5 тайн, тогда сможем зайти сюда. А мы ничего не решили пока. Жаль, там вот смотри, какая-то странная штука. Это ладно. Там что-то еще есть. Плюс мы можем забраться наверх этой пирамиды. И там явно есть скрытый предмет. Ладно, тут много всего есть. Надо как туда это пробраться. И прыжок. Так, нам нашли 2 скрытых объекта. Хорошие новости. Раз. Ладно, это не совсем скрытый объект. Так, и где-то мы видели какую-то платформочку. Может быть, это она? Где-то, по-моему, что-то торчало. Хочется с одной стороны посмотреть, что там внизу. А с другой стороны падать не хочется. О. Во, целых 2 таких. Прыгательная платформа у нас есть. Окей. И вон какие-то еще странные штуки. Так, вот давайте прыгнем сюда. Жух.
что нам отдала. Делаем вот этот, эту сферу. Готово. Ага. И отсюда видим, что вот там вот есть еще один скрытый объект. Давай туда полетим. Теперь, когда мы знаем, что он там есть. Осталось туда как-нибудь добраться. Так, а здесь у нас есть немножко лора. Ладно, давайте спрыгнем. Соберем немножко лора и... Вот это скрытое колечко. Вот так. Есть. Ты что такое? Завершить паттерн. А чтобы его завершить, надо его сперва понять. В чем он у вас заключается? Я вижу слоников. Наверное, это странно. Так, а может быть вот так, например? Что-то не вяжется. Или норм. Да. Окей. Решили. Конечно, столько всего. Сразу скажу, иногда глаза разбегаются. Потому что надо туда пойти, а потом еще вот туда пойти. И тут пазлы решить. И тут пазлы решить. И тут еще куча всяких сфер. Надо на них посмотреть под определенным углом, чтобы они схлопнулись. Во. Вот так. Есть? Ты. Вот так. Есть? Ты тоже сфера? Хотя надо откуда-то снизу смотреть. Вот там вниз не пойдем. Поговорим с тобой. А, меня друг. Когда приходил моего... провожал своего друга Дюмана в саду, я удивлялась. Я единственный, кто нашел их, когда они... были все еще потеряны меха. Были тоже избранными, чтобы стать искателями. Ну, сложный вопрос. Были они или нет. Так. Найти достопримечательность. Вот такие вот ворота должны быть где-то. Да? Такие вот ворота. Жми. Я вижу кружочки. Кружочки собирать я как-то уже научился. Так, здесь тоже можно собрать тебя. Есть? Там какой-то тессеракт. Так, а где мы видели вот эту штуку? Значит, что у нас? Ага, 6 плавающих сфер. 6 плавающих сфер мы где-то явно видели. Их сложно. Давайте так. Вниз потом можем вернуться. А тут, по идее...
можем собрать тебя. Да? Это уж точно сфера. Вот оттуда снизу я не уверен, что я смогу так быстро вернуться. А вот не спадать не хотелось бы пока. Но, возможно, придется. А, ладно. Полетели вниз. И смотрим наверх. Там что-то снизу. Вообще ничего не видно. Эти кроны. Я думал, какое-то животное ползает. И сильно удивился. Но никаких животных тут действительно нету. Зато есть скрытые врата. Так. Во. Встаньте в кружочек. Ну. Ну что? Сложно, что ли? Они даже не загораются. Как будто... И не должны они вставать в кружочек. А почему? Потому что вот эти вот должны встать в кружочек. Есть. А эти тогда как должны встать в кружочек? Они же явно из тех кружочков, которые встают вместе. Не ясно. О! Я вижу кольца. Просто на него сверху упадем. Я тоже засчитаю. Четвертый спрятанный предмет из 10 нужных нам по квесту сдать. Так. Вы с нами хотят еще поговорить? Здрасте. О, бля. Ты, кажется, потерялся в мыслях. Это все очень славно, я не могу отрицать. Но эти живые... Может, зелени и пески среди храмов. Тебе кажется, как будто они пришли из одного и того же места? В саду воспоминаний не все должно быть тем, какой она должна быть, Обль. Ты, как и все другие существа, знаешь это. Вот там есть зерно истины, да, полагаю. Но кто тогда поливает все эти растения? Чернее. Не, вон, кружочки соединяю. У меня это получается. Так. Что нам надо еще? Нам... О! Рыбов. Рыбов. Соединяем. Вот 25 таких я бы не нашел. Что-то они пока редко встречаются. Кружочек есть. Эту штуку надо пройти палаты Трои Триунов. Вернанди Глена. Наверное, Глен у нас на самом деле квест тоже висит. Надо будет этим заняться. Но. Сперва надо решить тебя. Так, должны... Сколько написано, столько и должно быть. Значит, 6 и 4 должны разделены быть. И здесь 4 и 6 тоже должны быть разделены. Тогда шестерке надо бежать. Вот так. Тогда вот четверка. Вот четверка. А вот шестерка. Готово. Почему три звезды? Это проще, чем три звезды. Так, вижу маленькую сверку. Давайте соберем кружочки здесь. Шагами, шагами. И повысим уровень аж до 8. Теперь мы можем Flying Dive изучить. Окей, 1300. Flying Dive. Где он? Где он? Так, вот он. Да, можем вниз так, когда жух, падать. За 500. Это хорошо, но можем улучшить бонус. На 50% выше награды, если мы решили... сеточку с паттерном без неправильного покрашивания тайл. Уж в этом плане нам, наверное, сперва будет интереснее взять тебя, чтобы намечать цвета.
Здесь торопиться не будем. Пойдемте. Так, а еще 50, если мы решили соединить 3 сеточку без использования отмены либо рестарта. Большая награда. Но. Оп. Спрятанный кубик нашли. Так, что у нас тут не должно быть? У нас не должно быть черных квадратиков. И не должно быть белых квадратиков. Поэтому здесь у нас черный. Здесь у нас белый. Здесь у нас белый, здесь у нас черный. Здесь белый квадратик быть не может. Поэтому здесь у нас черный. И здесь тоже черный. При этом все черные и белые области должны быть соединены. Это если эта область должна быть соединена с остальными, ее надо протянуть сюда. Белую область надо протянуть сюда. Окей. Дальше. Белую область мы можем соединить здесь. Если мы белую область соединим здесь, то черную область мы можем соединить здесь. Кажется, довольно легко. Так, но вот здесь-то у нас 3 белых, а здесь должен быть черный. Вот так. Эти черные должны быть соединены. Их можно, конечно, как-нибудь вот так вот выгружать. Так, и здесь должен быть белый. Потому что нельзя квадратики сделать. И здесь должен быть белый. Белые области должны быть соединены. Поэтому вот так. И черные области должны быть соединены. Ну вот, кажется, решили, что черные соединяются внутри. Здесь. Белые соединяются тут снаружи. Так. Дальше. Тебя надо соединить. Вопрос, соединять тебя так? Или как ему какую-нибудь кривулину сделать? Зачем делать кривулину, пока не ясно. Но понятно, что если здесь у нас черным соединено, нам надо вот эту белую как-то соединять. Значит, эта белая должна пойти снаружи. Так. Ну и эта черная должна как-то соединиться с этой штукой. Поэтому эту черную тоже вот так вот подводим, соединяем. Тогда вот эту белую тянем. Соединяем вот так. Все. Осталось всего ничего. Я думаю, никто не мешает нам соединить так и так. Готово. Так, рыбов. Рыбов соединили. Отлично. Так, я вижу еще одни кружочки там внизу. Вижу какую-то вот такую вот штуку. Что-то выжженное. Надо, видимо, откуда-то посмотреть. Так, вот эта точка. Она явно вот. Да, вот эти. О! А чё? Два глаза.
Где можем увидеть еще два таких же глаза? Так, зеленые. Надо где-то найти два красных глаза. Вот с этим сложнее. Области тут большие. Если, например, вот с этими уже можно приловчиться собирать их, то вот искать маленькие кубики на таких больших областях не очень-то удобно. Так, вот тебя уже решили. Окей, нам нужен другой кубик. Так, какой? Так, тебя решили. Окей. Так, вот тут вот все еще можно вот сюда забраться. Можно забраться. Так. Чтобы вернуться и посмотреть, увидеть вот тебя. Так. Снова рыбов. Надо было брать квест на соединение этих дорожек. Так, Зилакила бегает, прыгает далеко-высоко. О! Так, а раз эта штука здесь, значит, надо поискать где-то еще один. То есть мы прыгнем. Вот он. Вот он, вот он, вот, вот он. Ай-ай-ай. Цепляем. Соединяем. Есть. Ты тоже какой-то пазл. Что ты нам дашь? Какова цифра, столько и должно быть в этой области. Ну, значит, вот так. Вот настроечка есть. Ну и двоечка есть. Ну и семерочка тоже есть. И троечка есть. Ну, как бы сказать. Так. И здесь есть надгвоздка. Мы совершили ошибку. Так, правильно было сделать вот так. Так, эта штука светится. Эта штука светится. Кажется, как что-то, что мы уже решали. Уже решено. Эти штуки тоже соединены. Отлично. Ой. Упали. Зачем упали? Давайте подниматься. Всего лишь надо посмотреть на вот эту штуку. Вот так. И поднять мастерство капелек на новый уровень. Так. И вообще, давайте двигаться либо в стеклянный храм, либо в палаты трюнелев по дороге. Они ближе говорят. Вот мы подошли. Что у нас? Все черные области и белые области должны быть по 5 штучек. Значит, мы знаем, что вот это белая область и это белая область. Потому что черными они быть не могут. Но раз это белая область, значит, вот это черная область. То значит, это белая область. И это белая область. А это черная область.
но не так. Тороплюсь, торопиться не надо. Торопиться не надо. Попеть? Может, а вот здесь-то черное? И вот здесь черное. Вот. Торопиться не надо, и все получится. Так, снова куча шариков. Я уж не знаю, которые они по счету. Но уже много-много таких сейчас решили. Так, это у нас что? А, добраться до выхода. Так мы... В каком-то лабиринте мы до выхода уже добирались. Если это тот же лабиринт, о котором я думал... Может, другой лабиринт. Ладно. Давай. Сейчас. Слушай, ну, казалось, я этот лабиринт решал, но тем не менее, может, немножко другой был. Ну, основы такие же. Так. Долетим? Я думаю, долетим. Нет, не долетели. Очень жаль. Очень жаль, тебя мы решали, да? Тебя мы решали. Решение тут даже сохранилось. Отлично. Так. О, что это такое? Во-первых. Так, соединили. А что такое? О, нет. Кажется, мы тут надолго. Собирать эти фракталы. Так, ну тут мы максимально расширили все. Давайте сужать. Управлением бы не запутаться. Так. Эти щупалы. Во-во. Это вот максимально похоже, а? На то, что у нас. То есть щупалы смотрят сюда. Щупалы оставляем. Давай влево-вправо. А влево. Итак, влево.
И... Так, ну вот по щупалам. Слишком далеко зашли щупала. Хотя не. Щупала. Так, видимо, сейчас снова придется тратить кучу времени. Каким-то чудом. Каким-то чудом эту штуку удалось решить. А также рядышком оказался еще один спрятанный кубик. Окей. Плюс мы нашли два глаза. Это хорошо. Тебя мы уже решили. Это тоже хорошо. Тогда мы идем вперед. Осталось найти 4 спрятанных предмета. Вперед куда? Да, пойдем сюда. Так, можем зайти еще выше. Посмотрим, есть ли здесь где-нибудь возможность собрать еще одну сферу. Наверное, вот оттуда. Уже достаточно количество их собрали. О, я кое-что вижу. Прыжок. Я знаю, что нам это засчитают. Отлично, и еще одна скрытая вещь считается найденной. Отлично, всего 3 скрытые вещи осталось найти. Может, где-то там еще есть. Наверху этой пирамиды есть еще одно кольцо. Что у нас здесь? А, куча крестиков. Где найти еще такую же кучу крестиков? А там еще есть кольца, которые вроде как нерешенные. А вон еще одно кольцо наверху. И к слову о кольцах. О! О! А где мы первый видели? Вот он. Отлично, давайте станем так, чтобы оба видеть. Тю-тю-тю-тю-тю. Сейчас запрыгнем этому фараону на ухо. Раз, два. Есть? Есть. Отлично. Так. Вот этим фараоном запрыгнем на голову. Хоть. Есть. И всего 2 скрытых объекта осталось найти. И вот у нас еще один. Он совсем незаметный. Но мы сделаем... Прыжок. И полетим сюда. Здесь у нас есть какая-то сфера. Это все уже найдено. Но при этом вот эта штука не отмечена как решенная. Почему? Непонятно. Давайте решим вот этот пазл. Надо подобраться поближе.
как-нибудь. Вот так. Вот так. Готово. И мы сюда забрались. О! Мы выронили тот пейзаж. Да? Это здесь. У нас было еще одно колечко. Я вот сейчас не вижу, где оно. Где-то внизу. Может, конечно, внизу и было. Вот мы сюда когда поднимались, точно что-то было. Ну да ладно. Так, тебя мы отмечали. Тебя брали. Тогда давай пойдем к тебе. С тобой говорили. Так, окей, стеклянный храм. Ну, поехали. Не туда поехали. Поэтому вниз. Вниз не хотелось бы сейчас падать. Мы, конечно, умереть не умрем. Но все равно не хотелось бы. О! А это мы хорошо спустились. Так мы, получается, нашли все скрытые предметы. Это у нас был квест. А значит, можем сейчас вернуться. Давайте вернемся. Будем возвращаться совсем недалеко. И получим свои 800 опыта. 800 искорок получено. Значит, надо брать новый квест. 10 сферических пазлов. Ну, давай 10 сферических пазлов. Все лучше, чем 25 соответствий. И 5 летающих сфер. Так, из того, что мы взяли, у нас 1300. Мы можем, по идее, увеличить награду, если мы решаем. Сетку соединить 3 без использования отмены. С другой стороны, мы можем открыть себе за 600 возможность планирования. Подсказки? Подсказки нам не нужны. Счетчик и подсветка. Это неплохо. О, больше бонус. На 21 уровне. Это надо еще собрать. О, подсвечивает края этих камней. Они становятся... Видимо, да, другими камнями. Скрывается. Ну, в конце концов, я думаю, все прокачаем. Но пока... Так, 3 приятных вроде не собирали. Можем взять тебя. И с контролом теперь можем планировать. Это должно помочь нам терять меньше очков. Может, мы взяли бонус, что плюс 50, если мы совершаем без ошибок и без отмен. Дальше, 10 сферических пазлов. Интересно, он считает по сферическим пазлам. Так, мы с вами где? Мы с вами здесь, здесь мы были. Можем для быстрого перемещения сюда отправиться. Так, а нам надо сюда. Вот здесь мы тоже не все. 51 из 60 пазлов решили. Хорошо. Вот налево повернем. И туда пойдем. Прыжок. Ну, что такое?
А потом говорят, мы не все решили. Ну, погнали решать. Что мы не решили? Так, два дополнительных задания на логику. Капельки не решили. Окей. Что с капельками? С капельками, наверное, надо в высоту прыгать, да? Может, вот там вот наверху что-то явно есть. Это решено. Это тоже решено. Эту штуку мы тоже решали. Вообще не отмечено как решенное. Нет, отмечено. Она отмечена как решенная. Виноват. Если я попробуем... я хотел прыгнуть. Попробуем прыгнуть. Прыжок. Чтобы посмотреть, докуда мы там... Не летали. Ага. Смотри, что я вижу. Вожух. А, мы его находили. Ее мы находили. Ладно. Где должны быть еще спрятанные пазлы? Может, где-нибудь закроем? Так, через кольца мы все пролетали. Тот пазл решили. На острове эту штуку посмотрели. Сюда посмотрели. Вот там вот мы начинали. Да? А выше есть какие-нибудь острова? Да вот. Вот там вот выше что-то есть. Пойдем посмотрим. Точно, может, тут крылья дали. К нам получили крылья, мы могли побежать за сферой и отвлечься. Давайте посмотрим. Может, видно, мы что-то упустили. Тебя мы решили, да? Не казалось, мы тебя решаем. Ну ладно. Теперь можем... Ой. А что он с контролом сразу все раскрасил? Кнопкой. А, потому что... Ладно. Может, так он работает. Потому и раскрасил. Ах. Так, давайте еще раз рестарт. Пум, пум. Раз, два, три. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну, вроде мы тебя решили. Странно. Эта штука вроде как пронзена. Ага. Я, кажется, нашел штуку с шарами. Осталось найти место. Откуда на них посмотреть? Вот отсюда. Вот она. Настоящая штука с шарами. Ну или почти. Вот так вот, но похоже на шар. Давай. Есть. Получили Мирабелис. Осталось еще два дополнительных пазла решить. Там у нас как раз Cube Crazy 2 стоит. Какой-то пазл решает. О, вот этот пазл я не помню, значит, надо его решить. Что у нас должно быть? У нас не должно быть черных квадратов. Но при этом
в зона с цифрами должна отражать то, что там написано. Если должно быть черных квадратов, значит, вот это вот должно быть вот так. Двойка. Значит, она должна быть отделена. И отделена здесь. Так. Тройка. Она может пойти сюда. Надеюсь, двойка будет мешать. Значит, тройка идет сюда. Отделяем. Готово. Дальше у нас здесь тройка есть. Тройка может идти вот так. И вот здесь вот яма должна быть белая. Иначе будет черный квадрат. С этим надо отслеживать. И здесь тоже должна быть белая. Тогда мы получили вот эту двойку. Эта двойка с этими не должна быть связана. Мисклик. Мисклик. Ага. Ага, ну не так. Ну не так. А вот так. Угу. Теперь эти осталось развести пятерку и четверку. Пятерку можем вывести сюда. И сюда. Тогда пятерка может быть вот так. Готово. И последний квест в этой области тоже должен быть где-то спрятан. Пошли его искать. Так, если налево мы сходили, мы сходим в другую сторону, и там ничего нет. Скрытое колечко мы нашли, но это не то. Так, он там наверху, он туда забрался, да? Зачем туда забрался? Ага, спасибо тебе, Крюб Крейзи. Ты молодец. Что бы я без тебя сделал? Спасибо тебе. Так, что у нас здесь? И сможем ли мы это решить с первого раза без ошибок, не отмечая лишние вещи теми цветами? Соединить все черные области, при этом цифры с номерами должны содержать то, что в них указано. Значит, начнем с единичек. Самое простое, вот у нас единичка есть. Дальше сложнее. Дальше сложнее, но здесь, по идее, двойка может пойти и наверх. А все черные области должны быть соединены. Помним? То есть вот здесь вот черная область не может быть. Здесь должна быть белая область. Может, она черная быть не может? Почему не может? Может,
Даже может вот так вот быть. Ну, может вот так вот быть. Ладно. А может вот так вот идти? Тогда давай подумаем с другой стороны. У нас есть четверка. Четверка может как-то занять угол. Так. У нас есть две вот эти тройки. И четверка. Числа с большими значениями, которые не должны пересекаться. Поэтому хотелось бы тоже занять угол. Потому что в углу черных без связи с другими быть не должно. Поэтому, мне кажется, вот такой вариант. Он неплох. И тут мы совсем соединиться пока можем. Что касается четверки. Вот такой вариант тоже неплох. Ай, промазали. В управлении путаться не надо. Это вредно. На, сказал я и ошибся еще раз. Не видать нам повышенное количество искорок. Левая это черная, правая это белая. Стараемся не путаться в управлении. Иначе можем забыть о высоких баллах. Так, теперь осталось вот эту штуку соединить с верхней. Как бы это сделать? Четверка. Четверка явно может пойти сюда. Вот так. Но вот здесь вот четверки быть не может. Здесь может быть двойка. Если здесь двойка, то четверка идет так, а все равно должна быть здесь. Значит, здесь двойки быть точно не может. Тогда четверка идет так. Все, регион зачищен. Еще один Мирабелис получен. А значит, можем возвращаться. Подожди, они говорят, что 5 еще доступно. Какие 5 у вас еще доступны? Мы вроде все уже решили, но... Меня не пугают немножко. Про какие 5 они говорят? Тебя решим.
Эти четыре должны быть разделены. Четыре должна быть разделена на двойки. Есть четыре. Шестерка здесь продолжается. Пятерка большая. И должна быть отсоединена от тройки. Раз, два, три. Пятерку надо продолжать. Но здесь четверка. С четверкой соединять нельзя. Готово. Я не скажу, что у них тут еще пазлы есть. Вот же коварная. Сколько ж пазлов мне нас напасли? Даже после полной зачистки, казалось бы, всей территории. Мне все еще говорят, что у них есть чем удивить. Ладно. Это решили. Еще платили, да? Слушаем тебя. Есть. И всего два осталось разрешить. Что там такое? Не, судя по тому, что там сюжетная сфера, с тобой мы пообщались. Но можем пока оставить два этих пазла. И отправиться уже в следующую область. Что у нас по апгрейдам? 825. 1000 надо. Да, тогда... Тут полностью все закрасено. Оно вот там. Банка рисуется, она заливает все. Наверное, надо было тогда тебя брать. Я думаю, что можно тогда планировать красить серым. Используя палитру, чтобы нарисовать, затемнить темный тайл и засветить светлый тайл. Теперь надо этот цвет на каждый серый тайл. На все сетки. Я думаю, что он где-то должен быть серый тайл, да? Вон. Я думаю, с этим разберемся потом. А пока давайте полетим вот сюда. Страшно просто падать-то. Так, где-то здесь. Есть кубик. Нашли. И где-то здесь еще были диски, которые надо пронзать. Я точно помню, я на них падал. Ну ладно, давайте пойдем уже в новую зону. Войти. В стеклянный храм. Вот, теперь сняли защиту с этой платформы и полетели. Стеклянный храм. Путь ясен. Ого. Чист, прозрачен, все дела. Это будет непросто. Была бы у нас кувалда. Могли бы значительно облегчить путь, но, увы. Кувалды у нас нету. Надо добраться до выхода. Без кувалды. А еще можем сделать так. Прыжок. Так, вот у нас есть 4 скрытых пентады.
3 скрытые арочки, 6 на поиск закономерностей и 4 кристальных лабиринта. Ой, я сюда прыгнул. Она меня сюда же и отправит. А здесь у нас что? А здесь у нас штука на поиск закономерностей. Мне кажется, довольно простая штука. На поиск закономерностей. Во. Использовали заливочку. Готово. Мы можем, конечно, нагло обойти снаружи. Хотя я вон вижу одни из врат. Наглым образом в них пролетим. А вот здесь у нас еще одна головоломка есть. Как бы нам в тебя попасть? Явно не так. Ладно. Не бречь, зато мы знаем вот эту штуку. И тут все тоже довольно легко и понятно. Готово. Вот не скрытые, это просто. Готово. Ладно. Я понял, что у нас белые идут вот так вот. Через две, да? Да, они через две идут. То есть белая. 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 Говорит, неправильно. Почему? Раз, два, три, вверх, раз, два, вверх, раз, два, вверх, раз, два. Раз, два, вверх, раз, два, вверх, раз, два, вверх, раз. Но говорит не так. Почему? Вроде бы. Вот по вот этому. Раз, два, вверх, раз, два, вверх, раз, два. Раз, два, вверх, раз, два, вверх, раз, два, вверх, раз, два. Вроде все правильно. И через каждые две у нас идет две, одна, две, одна, две, одна, одна, две, одна, две, одна, две, одна, две. Вроде все то. Но не засчитывают. Почему? Может быть, что-то не так? Да вроде нет. Промку. Пром. По идее, да. Так, и должно быть через две. Наступаем. Раз. Два. А, вот стик должен быть, да? Если у нас сдвиг. Не, у нас также три. Вот она волна. Три. Не, все вот так вот и получается.
Раз, два, три. Я по уголочку, может, забыл. Ладно. Тем не менее, сейчас решили. Так, 4 кристальных лабиринта ждут нас. И надо найти еще и спрятанные штуки в этой сфере. Вон, 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 пустите. Пустите меня к ней, я ее вижу. Не пускают. Так, ну 3 штуки мы уже нашли. Так, а тебя может как-то сверху или снизу пробовать? Вот потолок. Тут потолок, сверху-то не особо пройдешь. Ну и снизу не особо пройдешь. Потолок, говоришь? Мы прошли один лабиринт кристальный, но этого недостаточно. Так, в этой зоне. Можем мы еще выше забраться. Давайте пробуем. Вообще можем? Но смысла не дают, потому что у этого лабиринта есть крышка. Очень жаль. Ладно. Но пробовать все равно стоило. Означает, что проход туда явно должен быть с другого этажа, да? Есть. Где у нас еще одна осталась? Это нам надо так глубоко спускаться. Быстро у нас здесь есть вот эта штука на забор, по-моему. Плохо. Плохо, потому что нету сдвига. О, здесь это. Ну хотя нет. Тут вроде все. А почему я тогда не посчитал это как завершенный? Не так. Это идет здесь. Здесь не должно ничего быть. Да нет, должна быть. Вот у нас паттерн. Не должно быть напротив трех. Хотя нет, вот же.
Должен быть. Почему нет? Почему он тогда его не принял? Почему он его не принял? Ладно, рестарт. Ну что мы знаем? У нас вот эта штучка повторяется. Вот эта штучка повторяется. Вот эта штучка повторяется. Ага, вот так получается. Так вроде делали. Да, в любом случае. Я слышу арку. Арка? Арка найдена. Мы повысили уровень. Это хорошо. Теперь давайте блуждать в стеклянных стенах. Что не очень хорошо. Но нам надо найти еще один предмет. Вон в той области. Попробуем прыгнуть. А может ли он быть внизу? Внизу? Не, внизу только эта штука. Это не может быть. Давайте попробуем взлететь. И еще взлететь. Пойдем вот эту сферу. И будем здесь искать. На самом видном месте было. Отлично, нашли. Осталась еще одна скрытая арка. И еще лабиринты. Так, эта арка у нас найдена. Отлично. Побежали дальше. Вот сюда. Ага. Побежали, говорю я. Это же лабиринт. Нет. Ой. Так, он заспомнил. Прямо здесь. Ладно. Погнали к этому лабиринту, посмотрим, что нас здесь ждет. Оп. Так, ну тут тоже все вроде как довольно просто, но... Здесь штучка. Здесь штучка. Здесь штучка. Немножко выпить. Так, все 6 паттернов решены. Так, кто там какая-то? А, это решенная светяшка, окей. Так, еще раз. Да? Так, второй этаж есть. Надо выбраться сюда. А, здесь спуск вниз. А спуск вниз нам зачем? Спуск вниз нам вроде незачем. Надо, по-моему, обойти тебя с другой стороны. Хотел бы я сказать, но тут не обойти. Значит, придется спускаться сюда.
чтобы затем подняться здесь. И что нам это дает? Возможность подняться еще выше. Оп, выход. Готово. И еще один паттерн. Готово. А, вот нам вообще, чтобы пройти цели, надо 6 решить, а всего их тут 18. 18! Это же много. 18 это очень много. Учитывая все эти хрустальные стены. Так, а что это там наверху? Нет, да. Либо там более. Мы сейчас прыгнем. Прыжок. Мы здесь были? Мы здесь были. Мя? А я-то думал. Нашли шикарную вещь. Ладно. И эту штуку решили уже. Надо выбираться отсюда. Так, я хочу туда. Как тут не хватает кувалда? Нельзя. Ух. Хорошо. Ладно. Подумаем дальше, что с этой штукой делать. Так, мы еще скрытую арочку не нашли. Тебя проходили? Потому что он не говорит. Телепортироваться к началу? Похоже, проходили. Тебя? Во. Тебя не проходили. Причем тебе здесь два колодца. Один отправляет нас в скрытые арочки. И это хорошо. Что там вот явно есть какая-то головка. Это, наверное, к другому колодцу, да? Так, попробуем пройти к другому колодцу. Да. Есть. И вот эта штука. Значит, надо... Тебя. А что можем сказать? Ну, скорее всего... Один, два, три. Вот так. Готово. Так, 3 из 4 кристальных лабиринтов решены. Так, давай поговорим с тобой. Ами, друг. А мое имя, это не был самый величайший ее подарок мне. Она дала мне сосуд, когда можно прогуливаться по этому миру.
из-за чего я желал, тщательно желал избежать бездны. В конце я могу чувствовать холодное касание земли и теплоту солнечного света. Таким подарком стоит поделиться. Так, я вижу тебя. И, скорее всего, ты вот такое. Оп, еще одна скрытарочка. Пошли, вышли. Отлично. Так, еще один лабиринт с выходами. И со входами. Ать, протиснулись. Зачем мы сюда протиснулись, не ясно. Но можем... Там арочка. Шуршание арочки я запомнил. Она все еще за стеной. А, вот здесь вот выход. Вот здесь выход. Тогда, чтобы пройти, надо зайти с той стороны. Ну что думаете, я попробую зайти отсюда? Вот же. Все. Мы получаем Мирабелис. Так, а тут у вас что-то вот крайне жесткое есть. Можно мне его? Очень интересно попробовать свои силы. Так, это надо выше взлететь и зайти с той стороны. Или... Прыжок. Что это у нас здесь? Оп. Скрытые врата. О, вот там штука скрытая есть. Спасибо тебе. Облебксбы. А что здесь? Окей. Теперь здесь надо найти закономерности и как-то ее решить. Из особенностей у нас теперь не просто квадраты, а отдельные фигуры есть. Я думал, может, надо делать симметричную штуку. Но нет, симметричная такая же не получится. Ну, правда, тут сложность-то уже 5 звезд. Неправильно. Так, на что стоит обратить внимание? Наверное, вот на вот эти вот большие фигуры. Остальное вроде как вот это должно быть черным. С другой стороны, логика у них может быть какая-то своя, но...
Ну так вроде как две башенки получаются. С плюсиками. Вот так вот не совсем. Уж как два валетика, такие две башни, это смотрелось неплохо. Но похоже, это не совсем то, что от нас просят. То можно еще, если эта штука черная. О, давай нам подсказку. Это цвет неправильного цвета. Но весь основной прогресс правильный. То есть мы знаем, что это черное. Основного прогресса у нас нету. Вот и белое. Угу. Давай-ка типа попробуем. Вот так. Так, вот эти вот. А множество, говорит, тейлов покрашено неправильно. Вот это самая ранняя неправильно покрашенная штука. Ага. Вот штука должна быть белой. Это странно. Так. Мы знаем, что эти две штуки должны быть покрашены белыми. Почему? Что это нам дает? На что стоит смотреть? Допустим, я хочу посмотреть, будет ли здесь вот этот крестик вот так работать. Множество, говорят, покрашен неправильно, но здесь должно быть белый. Угу. Знаем, что вот этот тоже белый. Может быть вот это быть черным? Взять какую-нибудь вот такую штуку, ну-ка. А, все остальное правильно, вот это белое. Эти вот правильные поставлены. Не, вот так рано или поздно мы решим. Надо понять принцип. А если у нас это зеркально отображено? Не. Не очень похоже, что оно должно быть зеркальным. Так, да. Давай посмотрим, будет ли вот эта штука тоже белой. Если мы поставим два тейла, это белое, а это черное. Смотрим. Ага, мы покрасили, говорит, все правильно, ваш прогресс правильный, а вот эта штука должна быть белая. И что мы получаем? То нам это дает.
предположу, что это должно быть черный. Так. Здесь. Вот так, наверное. Не, вряд ли. Вот наверху. Это белым? И черным, если оно вот так идет. Множество ритейлов. Неправильно. Но вот это должно быть белым. Множество, значит, возможно, вот это тоже неправильно покрашено. Нет, не хотят. Как? Давай вернем вот это. Надо понять, почему вот эта вот штука красится так. Это мы еще, наверное, ошиблись, да? А вот здесь какой-то вот стол, условно. Я думал, симметрично относительно оси Y. Нет. Это больше похоже на какую-то замочную скважину. И хоть какой-то ключ. Может оно быть симметрично относительно... Вот этой тоже нет. Не похоже. Действительно, 5 звезд не обманули. Ну и допустим подсказку, как она копится. Говорит, прогресс, говорит, правильный. Вот это должно быть светлого цвета. Нам отдало. Какие-то закорючки. Вот голову налево наклоняю. Направо наклоняю. Ничего не меняется. Осталось 4 тейла. По идее, даже перебором представим, что они все белые. Ничего не произошло. Если добавим немножко черного, тоже ничего не произошло. Так, это правильный ответ. А теперь главный вопрос. А почему? Почему вот это решение считается правильным? Непонятно. Ладно. Кто мы такие? Это ж пятизвездочный пазл. Не все и не всегда должно поддаваться логике, да? Так, нам осталось еще 8 кристальных лабиринтов, 8 паттернов, 7 скрытых арочек. Тут много всего. Но это место как-то мне нравится не очень. О, я знаю еще одну арочку. Есть. Ищем предметики, упираясь в стеночки, как же иначе. Но один нашли. Второй нашли.
Может, еще и остальные? Оп, третьи нашли. Ничего, он далеко где. Так, можно быть наверху. Оп, арочка найдена. Значит, какой-то пазл. Еще одну арочку нашли. Каким-то образом. Не то, что мы ее прямо сейчас искали. Ну да ладно. Потому что мы ее нашли, это хорошо. Прыжок. Так, там вот кубик есть. Оп. Еще один предмет. Есть. Прыжок. Ничего у вас область поиска. Какая длинная. Так, тебя нашли? Already found, говорит. Где предмет, который мы еще не нашли? Тебя нашли? Тебя нашли. Ты вообще игрок. Тебя искать не надо. Мы пойдем в другую сторону. Подожди. Ты? Ты. Отлично. Теперь вопрос. Вон там вот есть еще один 5-звездочный пазл. Его бы еще решить. Он есть 4-звездочный пазл. Пазлов полно. Так. О! Ага, захотел. Тут стеночка. Тут так просто не пойдешь. Ты даже попой не протиснешься. Ну, блин. Так, сверху не пройдешь. Можно пройти сквозь эти ворота. А в эти ворота как можно пройти? Откуда-то оттуда. Туда, откуда-то оттуда. Да, как пройти? Там. Давайте прыжок последний у нас за 5 минут и ага. Вот у нас есть зал, в котором целых 3 пазла есть, причем довольно сложных пазла, судя по 3, 4 и 5 звезд. Окей. А там есть какая-то дверка. А можем оттуда ходить можем? Возможно, нет. Давай сейчас с этой стороны обойдем. Аккуратненько. И увидим, что. Увидим, что внизу что-то есть. Вот такой вот пазл. С плюсиками. Готово.
И арочка тоже есть. Оп. А вот и еще один паттерн. Что мы здесь собираем? Мы здесь собираем... Вроде как вот такие штуки. Обложились немножко. Готово. И здесь. Что, пойдем прыгать? Ой, а что это не вверх ногами тут изображены? Как странно. Ладно. Вы. Так, мы тебя решили. Так, ну туда надо явно вернуться и дорешать. А, вот этот лабиринт, говорят, мы не решили. Давайте сейчас его решим. Тебя решили? Мы с тебя не решили. Готово. Куда нам? Просто вниз. Так, сюда. Вот она. Ты собираешься арка. Давай сперва с лабиринтом покончим. Я попробую попасть в арку. Она где-то здесь. Она явно где-то здесь. Так, а я уже начинаю теряться в этих стеклянных стенах. Может быть, вниз пойти? Ну, пойдем сейчас вниз. И ну, это самое начало. С самого начала нам тут ничего делать. С другой стороны, отсюда снизу мы же можем. А чё он не прыгнул? Он потратил заряд прыжка, но не прыгнул. Наглость. Наглость. Может быть, у меня таких зарядов полно? А какая-то стеночка. Но здесь тоже стеночка. Как нам туда пройти? Попробуй спуститься сюда. Да. Вот она, скрытая арочка. Пройдена. И... Тем мы тоже пошли.
Мы можем отсюда выходить, выбегать. Так, нужные цели у нас выполнены. Остались побочные, с которыми придется настрадаться, чтобы завершить еще целых 7 кристальных лабиринтов, 5 паттернов, 2 скрытые арочки всего осталось найти и еще 2 скрытых пентада. Я говорю, тут очень сильно не хватает кувалдочки, с помощью которой все это можно было, ну, относительно легко решить. Это что? А так можно было? Кто арочки ставит горизонтально? Хотя я не удивлюсь, если у них там будет какие-то арочки вниз головой. И уж останется. Решено? Решено. На всякий случай стоило проверить. Так, вон арочка есть тоже нерешенная. И это у нас что? Так сказать, у нас последняя арочка. Мы знаем, где она находится. Вот она. Как самое интересное, как до нее дойти? Ну вот так. Все. Мы получили Мирабелис. Отлично. Так. Мы можем пройти лабиринт. Мы этот лабиринт разве не проходили? Мне казалось, мы проходили все лабиринты. Так. 5 штук не находили, говорят. Ладно, раз. Пойдем искать. Ой-ой-ой-ой-ой. Там была еще одна штука. Верните меня, пожалуйста. Пойдет, наверное. Три. Ух, это лабиринт найден. Тем не менее. Внезапно. Три. Вот эта сфера. Это уже нашли. Так, видим вот эту стеклянную штуку. На ней забираемся. Та штука уже найдена. Жаль. Значит, первопроходцем в этом плане мы не будем. Да, она явно найдена. Мало того, что тут стены стеклянные. Так еще и это. Еще и предметы скрытые. Так, а это нам зачем? Ага. Ну нет, сюда мы не запрыгнем. Ну вот, чтобы она явно для чего-то есть, и можно запрыгнуть вон там.
ушли сюда? Зачем? Зачем? Явно вон какой-то выход виднеется. Нет, это явно не выход. 3 из 5. И снова мы здесь. Так, ну это выход, конечно. Но несколько иной выход, чем предполагалось. Идем. Так, ну мы еще живы. Окей. Боюсь, это недолго. Падаем. Падаем. Где мы? Почему мы здесь? Ладно, давайте попробуем прыжочек. Прыжок. Ну, почти. Почти куда-то на какую-то колонну мы запрыгнули. Так. Это что? Другие 5 реликвий. Замечательно. Раз. Вон. Извините, а как? Вот же он. Вот же он. Видит только, да зуб не имет. С тобой все было легко. Два. Говорит, не войдешь. Не войдешь. Можно же войти вот так. Зачем? Чтобы сверху так, оп. Ха-ха. Так. Что у нас? Тебя надо тебя как-то. А тебя откуда можно? Откуда? Наверное, откуда-то оттуда. Страшно. Нет, сюда нельзя. Тут щелочки нету. А откуда можно? Черт его знает, откуда можно. Сверху, может? Давай попробуем сверху. Нет, слушай, сверху, походу, тоже нет. Вот здесь-то явно. Здесь сверху проход есть, и мы эту штуку мы нашли. Интересно. Ладно. Это 1 из 4. Ты вот здесь есть проход сбоку. Бум. Нашли. Так, а что у нас осталось? Вот эта штука. Ой. Стеклянный лабиринт прошли. Каким-то образом. Бонька. 5. Готово. Отлично, новый апгрейд, множество меток на карте у нас открылось. Давайте посмотрим, можем ли мы себе позволить. О. Ничего тут всякого насчитали. Из того, что мы насчитали, мы уже так средний уровень у нас в решении логических сеточек, в поиске капелек. Довольно неплохо. Уровень студента в соединении колец копьями.
в соединении пентат. Но во всем остальном мы еще новички. Заодно мы можем получить кучу всего, чего мы не получали. Когда получил рень, плюс перчаточки, плюс взгляд, плюс шмоточки, плюс искорки, это хорошо. Фрагмент лора. Да нет. Новые крылышки, новые перчаточки. И надо еще поднять мастерство. Бесконечное древо жизни. 350 искорок. Окей, у нас 1570. Можем взять тебя, чтобы получить еще больше искорок. Можем пойти сюда и увидеть больше подсказок. Подсвечивать зоны с левым контролом. Так, легче видеть в течение 60 секунд. Да, мы хотим развиваться. Ага. Да будет награда, если мы не дадим блуждающему эху улететь прочь от нас. Мы сейчас отвлекаемся, наверное, для нас не так актуально. Ага, вращаюсь какие-то блоки, можем их ускорить с шифтом. Пока еще не встречали такие пазлы. Можно увидеть количество меток на картах с 1 до 5. Занятно, на карте пока мы ничего не размещаем. Подсвечивать регион. Больше подсказок. Так, и здесь у нас будет... Пугающий мячик помогает находить последний объект. Это как раз вот в поиске 5 предметов спрятанных. Может быть неплохо. Можем взять тебя, чтобы больше награды, если мы решим сетку на составе 3 без использования отмен. Хотя, вроде мы еще не такого пазла, даже не сталкиваясь с ним. О. Добыт несколько, если мы быстро решим кристальный лабиринт. Мы тебя не можем взять, потому что у нас не взята вот эта штучка. Давайте войдем. Так, с левым контролом можем падать вниз. Иногда это бывает необходимо. Можем еще больше мастерства и прочего для соединения колец с копьями. Мы можем просто решить еще одну головоломку и взять плюс 50% к награде. К тому пазлу, к которому мы еще не сталкивались. Метки на карте, наверное, нам пока не нужны. Так, нашли немножко больше лора. Воду кастомизация, у нас теперь есть крылья, дыхание жизни, зефир, манер духов, черный ирис. Выглядит неплохо, давайте, наверное, его оставим. След за нами. Давайте возьмем такой вот след из искорок. Титула мы возьмем. Этим, что мы вот так вот хорошо решаем логические сеточки. Все. И на этом давайте пока завершать. Большое спасибо за просмотр. Ну а мы увидимся.